Creative for God называется следующее мероприятие. Оно пройдет со 2 по 6 апреля здесь, в нашей церкви 2014 года. Скажешь, что это такое? В этом году на фестивале «Призван бы первым» объявили, что больше «Призван бы первым» не существует. Такая тишина такая, как будто, знаете, яблоко негде было упасть, да, тишина. Думаю, как не будет? Все. Только что говорили, достигай, иди, делай что-то, а теперь перекрыли все двери, да? Нет, мы закрыли фестиваль «Призван бы первым», чему я, собственно говоря, очень-очень рад, но мы открыли двери чему-то новому. Это новое называется «Creative for God», который начнется у нас в следующем году, в апреле месяце. «Creative for God» включает в себя 6 направлений, которые мы хотим затронуть. Несколько лет, на протяжении 10 лет мы трогали только музыку, да, касались только творчества в этом направлении. Танцы касались рэперов, рокеров, касались вот таких каких-то вещей, которые связаны с музыкой. Но в следующем году мы открываем двери для кино и театра. В следующем году мы открываем двери для спорта. Мы оставляем открытыми двери для музыки. Мы открываем двери для художества всего разного. Мы открываем двери для медийной всей продукции, да, фото, видео, дизайн и все остальное. И 6-е двери, которые мы открываем в следующем году, это для стиля, для парикмахеров, для дизайнеров, для всех остальных. То есть 6 дверей мы открываем в следующем году. И сейчас мы готовим в процессе весь проект. У нас после этой конференции есть следующих 5 месяцев, когда мы будем работать над всем этим проектом. И в следующем году, в 2014 году, здесь, в этом здании и в нескольких других зданиях в нашем городе будет проходить большая-большая творческая конференция. И если, может быть, ты думал, я не музыкант, и 10 лет ты не приезжал на фестиваль, ничего страшного. Теперь, если ты не музыкант, то если ты еще других 5, то это точно твое место. И здесь мы не хотим создать только для тех, кто уже профессионал, для тех, кто уже чего-то добился в своей жизни. Конечно, мы привлекем много разных людей из Москвы, из других городов, из других стран, людей, которые добились больших высот в своей жизни, для того, чтобы приехать и вдохновить вас и других людей. Но также мы открываем двери для тех, кто ничего еще не знает, но очень-очень хочет чем-то заниматься из того, что я только что перечислил. И если ты мечтаешь быть спортсменом, мечтаешь быть футболистом, хоккеистом, баскетболистом, мечтаешь быть хорошим фотографом, мечтаешь быть хорошим дизайнером, хочешь петь лучше, чем ты поешь сегодня, хочешь сниматься в кино или хочешь быть театральным актером, кем бы ты ни хотел стать вот из этих 6 направлений, то мы ждем тебя в следующем году со 2 по 6 апреля здесь, в Москве, для того, чтобы целых 5 дней учиться всему тому, что мы приготовим для вас здесь. Будет много мастер-класса, будет много соревнований, будут большие призы, будет много всего, что будет происходить почти целую неделю здесь, в Москве. И я уверен, что если мы на протяжении 10 лет, как мы начали фестиваль, если кто-то из вас помнит, мы начали фестиваль «Призван быть первым» в маленьком зале в нашем городе, который находился на Ленинском проспекте. В нем находилось людей, может быть, 50 или 60 на самой его популярной части 10 лет назад. Но в конце фестиваля мы с вами видели полный зал здесь людей. Много людей оценили творчество церкви, которое мы делали. Много оценили творчество людей, которые занимались в церкви творчеством. И до сих пор ценят, потому что за 10 лет мы добились хороших результатов. Вы знаете что? Мы хотим через 15 лет добиться таких же результатов во всех других областях. Аминь. Мы хотим добиться таких же результатов во всех других областях. Мы хотим, чтобы люди, которые сегодня, может быть, вы находитесь в этом зале, через 15 лет вас знали как хороших дизайнеров, как хороших фотографов, как хороших модельеров, как хороших спортсменов, как хороших христиан. Аминь. Поэтому Creative for God – это официальное название следующего проекта, который мы будем делать на протяжении, может быть, многих и многих лет. Мы даже не знаем толком, сколько это будет происходить, но мы начинаем что-то новое для нас и что-то новое для нашей страны и для стран бывшего Советского Союза. Поэтому верьте с нами, ожидайте с нами, действуйте с нами, поддерживайте нас, и мы сделаем реально большую конференцию. Она называется по-русски «Творческий для Бога» или «Творчество для Бога». Все творчество, которое Бог дал нам, мы хотим обратить к Нему и сказать, что Бог, тебе спасибо за все таланты и дары, которые ты даешь в нашей жизни. Аминь. Подарим Богу аплодисменты. Аллилуйя.